Я сегодня в магазине купил для вас немножечко свежих нёс новостей. Вы спросите, как их можно купить? А вот так, давайте их распакуем и вскроем. Я весь в новостях, зато в свежих. Погнали. Кучу обсуждений и споров велись вокруг вот этой картинки. Вы спросите, что это меня? Кто-то писал, что это подделка или nice photoshop, бро. Но нет, нифига, это фото было взято из официального инстаграма Нерф. И это коллаборация Нерф и компьютерной игры Майнкрафт. Лично я, когда был чуть поменьше, просто обожал эту игру и как-то решил недавно зайти в нее поностальгировать и просто офигел от огромного количества всяких обновлений, ничего не понял и закрыл. Но все-таки с бластерами я вам помогу разобраться, поэтому давайте посмотрим весь доступный модельный ряд на данный момент. Две флагманские модели, это молот и арбалет. Бластеры по факту являются переднезарядными. У них есть несколько стволов, мы вставляем туда дарт, который, кстати, тоже покрашен под Майнкрафт, и, соответственно, взводим и нажимаем на спуск. В целом, выглядят они круто, и дизайн мне их понравился, но не так сильно, как следующий бластер под этой линейке, а именно Майнкрафт микрошоты. Их всего три, можете увидеть их на своих экранах. Больше всего по няшности мне понравился Эндер Дракон, и если честно, то его бы я очень сильно хотел прикупить в свою коллекцию. Бластеры по Майнкрафту, в общем, мне понравились, а что вы про них думаете, пишите в комментах. В прошлых новостях я вам рассказывал про такую игруху, как Nerf Legends, которую можете купить на ПК и на свои игровые консоли. Так вот, она уже поступила в продажу, и на Xbox такая шняка будет стоить $50, а на PlayStation 4 3500 рублей. В общем, если вам интересно взглянуть на эту штуку, то ставьте лайк на это видео, я куплю эту игру и сниму для вас обзор. В линейке Fortnite новый бластер, если честно, я от них уже немножечко подустал. Я жду обновления в линейке Zombie Strike, Modulus и Mega. Но все же в новом бластере Fortnite от Меги кое-что осталось. Flare Gun. Это оружие, естественно, мы видели в Fortnite, и это сигнальная ракета. Есть сверху такой рычажочек, мы на него нажимаем, наш флэрган раскладывается, заряжаем туда один мегадарт, и, казалось бы, можем брать и стрелять. Но для этого нам нужно еще дополнительно взвести его снизу, что, как по мне, вообще не вкладывается в форм-фактор этого бластера, но выглядит он прикольно. В прошлых новостях я вам рассказывал про обновление линейки Nerf Elite 2.0 и сделали новую подсерию Flip. Но на этом бластеры не закончились, прибыла еще порция свежих новостей по этим бластерам. Правда, уже не из-под линейки Flip, а просто Elite 2.0, и давайте рассмотрим первый из них. Eagle Point выглядит как винтовочка, которую все мы так с вами любим, но напоминает она нам уже устаревший альфа-хок из серии Accu-Strike, но имеет ряд преимуществ. Во-первых, свежевыдший бластер в прикладе имеет место под дополнительные дарты, и также ему расширили основной боезапас с 5 стрел на 8. В целом, футуристичный дизайн, добавили прицел, классно. Все мы знакомы с наборами бластеров Alpha Strike. Это когда ты прогуливаешься по продуктовому магазину и в одной коробке видишь кучу разных бластеров под гордым знаменем Alpha Strike. И в Elite 2.0 отныне будет так же. Первый пак, который вышел от линейки, называется Lot Up. Входит в него 3 бластера. Первый — это переосмысленный Tiger DB2 из Alpha Strike, но в красивом дизайне и с возможностью прицепить приклад. Второй бластер — это классический для Нерфа переднезарядник, который до этого можно было купить на Амазоне огромным-огромным паком из 20 штук. Ну и последний бластер из этого пака — вот такой вот четырехзарядничек, который нам очень по механизму напоминает наш любимый и легендарный квадрот. Ну и также полноценный бластер, который называется Проспект. Четырехзарядничек, который очень напоминает прошлую модель, но все же немного отличается. Во-первых, на нем есть прицел. Бластер будет комплектоваться 8 дартами и в целом выглядит неплохо. Но, если честно, мне по душе больше старые модели, такие как квадрот. Если вы думаете, что компания Hasbro нас может порадовать только массовыми и бюджетными, достаточно такими себе продуктами, то в целом вы правы, но в последнее время вышел действительно классный и интересный, по моему мнению, бластер. Знакомьтесь, лимитированный бластер из линейки Halo. Купить его будет сложно, и, конечно же, в угоду его лимитированности у него есть фишки, и очень и очень весомые фишки. Во-первых, охренительный дизайн по сравнению с бластерами. Elite 2.0, Fortnite... Выглядит свежо и очень интересно. Но на этом его фишки не заканчиваются. Это барабанный бластер. И вмещает он в себя 10 дартов. И, внимание, он
автоматически. Если вы представили что-то себе наподобие Ультра 2 с шумными моторами. И топ фича этого бластера в его действительно инновационном механизме. Как происходит дело в обычных механических бластерах? У нас там есть пружина, поршень, помповый механизм. Мы натягиваем пружину, и когда нажимаем на спуск, пружина со всей дури летит назад, нагоняет воздух, и мы стреляем. И теперь представьте точно такой же механический бластер, но где вот это действие взвода за вас будет делать отдельный мотор. Это просто офигенно! Такой механизм увидели в Стампиде. Уже сейчас его можно приобрести на Амазоне по цене $99 без учета доставки. И да, это очень много, и у меня есть такие мысли, что он появится в России, потому что официальная штаб-квартира Nerf репостнула его в свою группу, а как правило, они репостуют в основном те бластеры, которые будут продаваться на территории нашей страны. Также стоит упомянуть его очень и очень красивую коробку. Ну, оно на то и понятно, бластер все-таки лимитированный, поэтому если захочешь купить его в свою коллекцию, то лучше поторопись. Если вдруг тебе надоедает стрелять обычными дартами, лень их собирать после игр, то именно для тебя в 2018 году Nerf представили линейку Laser Ops Pro, в которой комплектуются несколькими бластерами, ты их даешь себе, другу, и вы стреляетесь лазером и тем самым играете по факту в лазер так. И Nerf подзабил на эти бластеры и недавно выпустила обновление Laser Strike. Пока что мы видим два бластера из этой линейки, они выглядят футуристично, хотя изначально я открыл, подумал, что это какая-то паленка под Nerf, но нет. Главная их фишка. Ошибка прошлых бластеров Laser Ops в том, что попадание они регистрируют на такую красную шайбу на самом бластере. Вам ничего не мешало во время игры просто спрятать его за спину, и ваш противник не может по вам попасть. А с этими же бластерами в комплекте идут такие специальные бубенчики. Мне вас не различить. Может тебе повесить бубенчик на шею? Бубенчик? Ошейники. Вы их цепляете себе на грудь, и спрятать его за спину будет сложно. Можно будет опять же отвернуться, но это немножечко решает проблему. Если ты фанат динозавров, то для тебя придумали линейку Nerf Dino Squad. Там уже было достаточно приличное количество бластеров, и появился еще один. Raptor Slash. Шестизарядный бластер, который по своим очертаниям и работе напоминает старый добрый Strong Arm. Но в корпусе динозавров. Мне кажется, фанаты, которые увлекаются динозаврами, должны его оценить, потому что выглядит стильно, но у меня есть друг, которого канал на ютубе называется Даня Динозавр, который лепит этих динозавров из глины, понимает, шарит в них, ему не нравятся эти бластеры. Ваше предположение почему? Я вот без понятия, интересно, кто вообще их покупает? Если ты купил себе бластер Диносквад, напиши в комментариях. По Звездным Войнам не вышло никакого нового бластера, но поступил в продажу бластер Мандалорца, лимитированный, такая огромная винтовка. На нее стали выходить обзоры, и англоязычные обзорщики стали на нее жаловаться. На отвратительную эргономику, на ужасную стрельбу, дальность составляет где-то примерно 7 метров, и стреляет огромная вот эта штука, хуже Джолта. Бластер от компании Apple. Именно так я решил порофлить в своем сообществе, увидев новинку от Worker, Worker Phoenix 2.0. И бластер Worker Phoenix 2.0 выглядит так круто, и вот прям по-эпловскому, вот такой вот минималистичный, вот прям вот очень классный. Поэтому мне прям действительно показалось, что если бы Apple делал бластер, то делала именно такие. И действительно, он мне очень нравится, и у него есть свои особенности, про которые я вам сейчас расскажу. Самое первое и непривычное для нерфера — это магазины этого бластера. Феникс использует талоны. Это вот такие вот маленькие магазинчики, в которые мы заряжаем маленькие пульки. Но у Феникса они немного другого формата, и с этим магазином он будет несовместим. Такое решение позволяет сделать бластер очень маленьким и удобным, ибо хват этих магазинов действительно очень и очень приятный. Бластер внутри имеет, внимание, 6 моторов и 6 колес. Вау, как вы думаете, он стреляет? Стреляет он далеко и очень. Если вы смотрели мой ролик про хронограф в подсказке сверху, то те цифры, которые я вам сейчас скажу, что-нибудь вас да пробудят. 160 футов в секунду. Бластер будет также обладать полностью автоматической стрельбой, где-то около 6-7 дартов в секунду. Рукоятка у него будет прорезиненная. Есть встроенный приклад и складная рукоятка. И это классно. Я очень уже хочу пожамкать этот бластер в руках, и мне кажется, что он будет очень-очень удобный. И главного киллер фича — это микрокомпьютер, который стоит внутри. Когда мы его включаем, он будет проецировать
использовать название компании Worker. Также позволяет нам управлять режимом стрельбы, то есть можно будет стрелять одиночно, тройной и беспрерывной очереди, что очень круто. Ну и также она будет глушить моторы, то есть если мы, например, начнем орать с обычного нёрфского бластера, он будет долго останавливаться, а это будет буквально моментально. Из названия Phoenix 2.0 вы могли подумать, что это вторая версия этого бластера. Первая выглядит вот так вот. Феникс. Я ее уже держал в руках, на канале Дартсофт есть у нее обзор. Действительно классная штучка, по боевым характеристикам они не отличаются, но это действительно классная обертка. Будет он продаваться в трех цветах. Мятном, рыжем и депрессивно-сером. И также будет в двух комплектациях. С микрокомпьютером и без него. Пока сколько он будет стоить, неизвестно, но на каком-то левом сайте я нашел цены в 13 тысяч без микрокомпьютера и 17 с ним. Также совсем недавно я вам рассказывал про Nerf Ultra Select. И он уже продается в России, я нашел его в детском мире своего города. Цену можете видеть на экранах. Вот, так что для тех, кто хотел его приобрести, он уже есть. Меня очень радует тот факт, что наше русское представительство Nerf стало работать с популярными людьми, чтобы привлекать внимание к бренду. Именно в честь этого я озвучиваю новость. Nerf заколабилась со Славой Мерлоу, и они будут проводить батл в Москве. И это очень круто, что привлекаются такие популярные персоны. Я надеюсь, что уровень и популярность нашего бренда вырастет, и к нашему хобби сможет привлечь все большее количество людей. А привлекать есть чем. Помимо бластеров от Nerf, куча энтузиастов по всему миру создают сами свои бластеры. И самая технологичная штучка уже уходящего 2020... Ой, 21-го. Уходящего 2021 года. Пиу-пиу. Максимально простое название, но бластер супер технологичный и имеет в себе внутри кучу новшеств. Во-первых, это моторы от квадрокоптера, которые хрен ты соберешь сам, потому что их надо программировать. Очень необычный толкатель. Это жуть очень быстрая и скорострельная. Есть экран и джойстик для управления этим бластером. Можно менять скорость толкателя и также его режим стрельбы, то есть Select Fire, одиночная стрельба, очередь, либо же Full Auto, беспрерывная стрельба. Использовать для работы он будет вот такие воркеровские магазины, которые называются талоны. И в такую малютку, она буквально по размерам чуть больше джолта, уместили столько технологий. Очень мощная штука. Печатается корпус на принтере, и стоит она, внимание, $400. Я отдаю почтение создателю этой фигни. Очень крутая штука. Ну, в общем, какие-то такие свежие новости из мира Nerf. Как они вам? Что вы про это думаете? Ждете ли вы обзоры на эти бластеры? Пишите в комментариях. Если ждете, то подписывайтесь на канал. Я тут все обозрею. Также смотрите, ко мне прикольная огромная штука в руках. С вами был Дизмон. До скорой встречи. Всем пока.